Всем доброго дня. Решил зайти проверить свои штрафы на официальный сайт госавтоинспекции. Вот, это мой, скажем так, один из моих предыдущих джипов. Вот, что поменялось? Раньше я как-то делал ролик, назывался он «О наличии штрафа на сайте ГИБДД и о недостающей информации», где сетовал, что нельзя посмотреть фотографию. Вот, что поменялось? То есть, дата нарушения, статья, откуда штраф там пришел, потом направить квитанцию об оплате, вот, уплатить онлайн, печать квитанции, и что самое главное, на что я сетовал, появилось фото. Давайте посмотрим, открывается ли оно. Вот пошла загрузка. Вот, да, открылось. Просмотр материалов фото-видеофиксации. Вот чудненько. Теперь видим, что есть фотография моей машины. Ну да, согласен, это мой джип. Вот, где-то я еду. Вот. То есть, то ли наша доблестная ГАИ просматривает наши ролики, ребят, то ли у них этот план зрел давно, но, судя по всему, они стали лучше, раз теперь появилась более полная информация. Вот тут вот есть фото. Все теперь можно узнать. Ну что ж, товарищи гаишники, вы прям выросли в моих глазах. Теперь вы стали лучше. Всем пока.